Огонь! Кто я? Диагноз – амнезия. Супергерой. Ла-Пас, Боливия. Миссия – отбить плотину. 4-й, ты был прав. Деревня пуста, если не считать черепов. Значит, это они выгнали людей из домов. Ясно. Но что нужно Иксу от маленькой деревушки? А что, если ему не нужна деревня? Мои сканеры показывают гигантскую плотину рядом с деревней. Что там, первый? Не знаю, но выясню. Вайра, мне нужна твоя помощь. Загрузи все файлы на плотину. Коды расшифрованы. Загружаю коды контроля. X контролирует плотину и поступление воды во всем районе. Теперь этому пришел конец. Загрузка кодов контроля завершена. Супергерой! В моей деревне? Эй, тупица, довожу до твоего сведения. Это не твоя деревня и не твоя вода. Коды контроля плотины у меня. Хочешь воды? Купи бутылку, как и все остальные. Тебе не уйти с кодами из этой долины. Черепа, остановить его. Сработало. Он взорвал плотину. 4-й. Нет! Моя вода! Первый, ответь. С тобой все в порядке? Так точно, 4-й. И планы Икса смыло водой. Увидимся в космосе. Конец связи. Лондон, Англия. Руки вниз. Нет, нет, нет. Это парковка посла. Отгоните вашу машину. Отгоните ее для меня? Я спешу. Это великая честь для меня видеть вас здесь, сэр. Весь мир. О ваших подвигах знает весь мир.
Это просто моя работа. Ничего особенного. Нет, сэр, это не так. В моей книге герои заслуживают только одного, и это... медали. А в моей книге герои не одеваются, как пингвины. Расслабься. Такое случается не каждый день. Я почту за честь, сэр, вручить эту медаль от имени своего правительства. Что такое? Спокойно, без паники. Жак, фонари. Черепа. Осторожно, они в приборах ночного видения. Пусти, супергерой! Вот он! Миссия завершена. Уходим, живо! Стойте! Что происходит? Где посол? Почему все ездят по другой стороне дороги? Я оторвался от него. Пора напомнить о себе. Проклятие! Супергерой! Моя рука прилипла к зеркалу! Не пролезешь. Быстро! Уводите посла! Не уходи. Я вернусь и протяну тебе руку помощи. Поверить не могу. Где он? Что вы сделали с послом? Вы арестованы. Хорошо, что поезд был пуст. Улик нет, и я вынуждена вас отпустить. Но это не значит, что я вам доверяю. Вы не должны. У нас почти нет времени. Заканчивайте промывку мозгов послу и сделайте мне новую руку. Зачем доктор Уикс похищать посла, когда мы все были в посольстве? Может, хотел утереть нам нос? Внимание! Мы только что получили анонимное сообщение о после. Оно закодировано. Высылаю. Найдите посла, супергерой. Пресса уже выбрала козла отпущения. Говорю же вам, это доктор Икс. Нет никаких улик.
Только ваши слова о том, что вы видели, включая исчезнувших черепов. Найдите его. Итак, сообщение о том, что посол находится в Лондоне на одном из складов. Тогда чего же мы ждем? Пора повеселиться! Меня. Нет, не бейте меня, супергерой. Я дам вам все, что бы вы ни захотели. Мы пришли спасти вас, сэр. Мы команда супергероев. Помните нас? Медали. Вы в порядке, сэр? Они меня похитили. Арестовать супергероя и его команду. Я знала. На этот раз вы арестованы и отправитесь в тюрьму. Я не понимаю. Вот и они. Почему вы сделали это, супергерой? Прямой эфир. Супергерой обвиняется в похищении американского посла. Теперь супергерой стал еще популярнее. А моя задача стала проще простого. Мне нечего больше желать. Разве что новую руку. Он убегает. Да, супергерой сбежал. Не могу поверить. Невыносимо. Некомпетентно. Есть работенка гангрена. Новая рука подождет. Вы достаточно натворили, солдат. Вы переступили черту, похитив посла. Что вы делали на складе? Наша работа, сэр. Тогда нам с вами не о чем разговаривать. Взрывчатка? Заряд? Детонатор? Мы сможем выбраться. Супергерой, я видел твой побег по телевизору. Что происходит? Нет времени объяснять. Надо взлетать. Что ты узнал о руке доктора Икс? Она сделана из титана, который называется Венера-А, и разрабатывается только в одной шахте в Дании. Там же он делает свои ракеты. Там есть даже аэродром. Следующая остановка — Дания. Ладно, сделаем это. Где все? Наверное, выходной? Закрой уши.
Внимание, уважаемые клиенты. Вы останетесь здесь. Лифт — единственный выход, но я бы не советовал к нему приближаться. 27 тысяч ампер. Эти датчане знают, как веселиться. Я позвонил в полицию, так что ждите, пока они приедут вас спасти и заодно арестовать. Жак, в эту игру могут играть двое? Без проблем. Сначала запрем главную дверь. Затем боковые двери. Отлично. Я попробую перерезать провод, подающий напряжение на лифт. Фью. Профессор, рад вас видеть. Мы хотим воссоединить вас с вашим другом. Итак, гангрена, как вы промыли мозги послу? Сколько вам платит супергерой? Я заплачу вдвое, только спасите меня. Опять твои злобные ловкие супергерои. Гангрена! Уведите нашего любимого посла. Да, сэр. Никому не двигаться. Думал, вы никогда не появитесь. Брось это и не двигайся, негодяй. Тебе не смыться на этот раз. Посол, вы в порядке? Арестуйте супергероя. Спасибо этим джентльменам, они спасли меня от похищения. Но это доктор Икс. Что? Я вспомнил. Это вы, доктор Икс, похитили меня и в первый раз. Мои извинения, посол, но раз вы вспомнили меня, то профессору Гангрене ничего не остается, как промыть ваши мозги еще раз. Я прикрою. Вас не задело? Задело, когда вы назвали меня негодяй. Черепа, отступаем! Гангрена, скорее! Не могу поверить в то, что я говорил, супергерой. Не могу поверить. Вы и ваша команда — настоящие герои. А в моей книге герои заслуживают только одного. Никаких медалей. Загрузить файл памяти. Загрузка. Активировать виртуальное сканирование. Активировано. Вайра, этот мальчик, я? Вероятность 99%. Но кто швыряется в меня вещами и почему? Это из-за того, что произошло с моими родителями? Именно поэтому мне больно об этом вспоминать. Неужели это была моя вина? Если во мне было столько злости, то почему у меня такие хорошие воспоминания о моем детстве? Вайра, проанализировать. Недостаточно информации. Моя жизнь в прошлом — это просто пустота. Черный экран. Но я должен разгадать эту загадку. Я отказываюсь отступать. Я должен узнать секрет своего прошлого. Вайра, сохранить и выйти. Ага.
Раньше я жалел людей в инвалидных креслах. Я сторонился их и спрашивал, что с ними не так, даже не спросив сначала их имени. Но познакомившись с Жаком, я перестал беспокоиться об этом. Я не спрашивал, что с ним не так. Я просто узнал его поближе и понял, что Жак — хороший друг, который любит веселиться так же, как и я. Не надо недооценивать людей с ограниченными возможностями. Они любят радоваться жизни, как и вы. Фильм озвучен студией Innis по заказу Союз Видео.